Всем привет! Мы в Анапе на связи, Горец Magic TV. Буквально пару минут назад я закончил съемки. Съемки небольшого фэшн-видео. Сидел я на днях на лавке и думал, как же это обозвать более-менее презентабельно, ну или по крайней мере, чтобы окружающие понимали то, что я делаю. И получилось так, что я могу это назвать либо видеосет, либо фэшн-видео, либо съемки видео для Инстаграма. Мне кажется, последний вариант подходит лучше всего. Что из этих съемок получилось, посмотрим чуть-чуть попозже. А сейчас пройдемся по набережной и насладимся последними теплыми деньками. Я сегодня вот в такой вот обуви. Ну, наверное, зря я их сегодня одел. Жарко. Завтра синоптики передают похолодание, послезавтра передают еще большее похолодание. Короче, я так думаю, что сегодня был последний жаркий, теплый, солнечный анапский денек. Но где-то в глубине души я все-таки надеюсь, что это не так. Если присмотреться на заднем фоне, даже есть стульчики, импровизированная арена. Мы, если можно так сказать, то я бы назвал это небольшим таким театральным представлением. Ну, а сейчас давайте посмотрим на результат сегодняшней работы. Не переключайтесь, погнали! Если ты хочешь такое же видео себе в Инстаграм, просто напиши мне ВКонтакте или оставь комментарий под этим видео. Короче, просто свяжись со мной, и мы сделаем что-то похожее вместе. Ну а сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И пока-пока, до новых встреч на канале Горец Magic TV.